Вся сила удара пришлась на автомобиль Citroёn. В этот момент в салоне на заднем сиденье находилась годовалая девочка. Видимых травм она не получила. Но чтобы убедиться, что здоровью малышки ничего не угрожает, ее мать на попутном транспорте увезла дочку в ближайшую больницу, а отец остался на месте дожидаться инспекторов ГАИ. У меня и расстояние было хорошее, нормальное. Там у нее, похоже, скорость не маленькая была. Как девушка на Керрио не заметила машины, стоявшей перед светофором, удивляются все участники ДТП. Улица Горького хорошо освещена, к тому же справа и слева полосы были свободными. При желании автоледи могла спокойно объехать автомобили. Загорелся зеленый свет, только начали движение и сильный удар сзади. Судя по повреждениям, владелец автомобиля Kia не успела нажать на педаль тормоза. Скорее всего, она просто отвлеклась от дороги. Виновник говорит, не рассчитала. Хватит ли страховки, чтобы возместить ущерб всем пострадавшим автомобилистам, будет ясно после оценки ущерба специалистами. Равиль Сайганов, Альберт Даминов, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.